Пандемия коронавируса затронула работу общественного транспорта. Ульяновцы ушли на самоизоляцию, поэтому пассажиропоток на трамваях значительно снизился. В связи с этим изменено расписание движения городского электротранспорта, как трамваев, так и троллейбусов. Принято решение вечерний выпуск подвижного состава сократить до 22 часов, так как пассажиропоток очень низкий. Значит, так же, как я уже сказал, вместо 104 вагонов мы выпускаем 62. То есть это уже говорит о том, что постоянно пассажиропоток снижается, люди шли на самоизоляцию, пассажиров все меньше и меньше. Начинает ходить трамвай в 6 утра. Это так называемый график движения выходных дней. Перед каждым выездом в путь вагоны моют и дезинфицируют специальным составом. По возвращении вечером трамваи также подвергаются дезинфекции. Моют и обрабатывают специальным составом и остановочные павильоны. Все это делается для того, чтобы обезопасить жителей города, которые продолжают пользоваться услугами общественного транспорта. Егор Цитов, новости Улправда ТВ.